Жан-Батист Мануае, французский художник фламандской школы, родился во французском городе Лилле, один из великих мастеров цветочного натюрморта. Художник создавал бравурные, насыщенные натюрморты в изысканном и пышном придворном духе. Жанр натюрморта с цветами во французской школе восходит к фламандской традиции. В Париже в 17 веке работало довольно много выходцев из Фландии. Не случайно и Мануае, самый известный мастер цветочного натюрморта во французской школе того времени, получил образование в Антверпене. В 1665 году он был принят в Академию с произведением жанра, которое он создал по своей специальности – натюрморт с цветами и фруктами, находящиеся ныне в музее Монпелье. Его натюрморты пользовались большой популярностью у современников. Современники называли его просто Батистом. Появление Мануае в салоне Парижа в 1673 году, когда четыре цветочных натюрморта были выставлены под ником Батист, произвело настоящий фурор. Художник много работал как для украшения королевских резиденций, так и для декорации замков и городских отелей французской аристократии. Thank you.
качестве помощника Лебрена он работал для мануфактуры гобеленов и создал огромное количество картин с вазами, с цветами для королевских апартаментов Версале, Марли, Шавиле. Присутствие в графике натюрморта специфики своего художественного языка придает графическому натюрморту особую характерную прелесть. В 1690 году Батист отправился в Лондон, где работал для герцога Монтегю, и остался в Лондоне до своей смерти, настигшей его в 1699 году.
Его цветочные натюрморты богатые и великолепные, написаны с ботанической точностью. Много картин были ошибочно приписаны ему, и его творчество трудно определить из-за отсутствия подписи и датирования картин. Натюрморты и гравюры цветов, созданные Батистом, служили декоратором и дизайнером на протяжении десятилетий.